Согласно документу о пенсиях, украинцы младше 35 лет будут обязаны копить на пенсию уже с 2019 года. Первый год будет взиматься 2% от зарплаты, но взнос будет расти на 1% в год, пока не достигнет 7%. В ближайшее время правительство определит, кто и как будет контролировать работу системы, а также сформирует правила и требования программы. Исполнительный директор экономического дискуссионного клуба Олег Пензин напомнил, что есть три уровня пенсионной системы. Первый Солидарная система ⁇ туда идет наш обязательно единый социальный взнос в 22%. Второй, который введут в 2019 году, обязательная накопительная система. Третий, накопительная система, но добровольная. Во многих странах функционируют все три системы вместе, отметил эксперт. По его словам, обязательный взнос в 22% в солидарную систему останется, а к нему добавится еще и взнос в накопительную. 7%. В итоге украинцы будут платить за свою будущую пенсию 29% от зарплаты. По словам управляющего директора группы Айку Григория Овчаренко, будущие накопительные счеты откроют в пенсионных фондах. По закону о пенсионном гастраховании, в течение первых двух лет после запуска накопительной системы будет действовать государственный фонд, а потом участник сможет перевести накопление в негосударственный фонд, рассказал Овчаренко. В свою очередь министр соцполитики Андрей Рыва считает, что накопительная пенсионная система должна быть изначально негосударственной, а украинцы должны иметь возможность самостоятельно выбирать фонд. Взнос должен платить сам работник из своего заработка, потому что это его средства, которые он должен накопить. Добавил он, Олег Пензин подчеркивает, что накопительные системы хорошо работают только там, где стабильная экономика, а потому нужно защитить накопленные средства от инфляции. Накопленное не должно обесцениваться. Необходимо продумать защиту от инфляции и способ его приумножения. Но этот вопрос пока открыт, говорит он. Григорий Овчаренко же успокаивает. В плане есть пункт разработки механизма защиты сбережений, то есть вопрос еще доработают. К тому же есть примеры стран, где гарантируется сохранность сбережений и минимальной доходности. Он отметил, что накопительный уровень – это частная собственность, принадлежащая участнику, а потому она может наследоваться. А вот Пензин считает, что накопленный актив нельзя завещать, такое может быть только в добровольном накопительном, а обязательная система вряд ли предусмотрит завещание взносов. По его мнению, у правительства есть несколько вариантов будущей выплаты накопленного, можно определить сумму ежемесячной доплаты к пенсии, а можно позволить единоразово снять эти средства. Овчаренко же рассказал, что закон предполагает покупку аннуитета по выходу на пенсию, который предполагает периодические выплаты в зависимости от накопленной суммы.